Здорово. Короче, ситуация следующая. Новый денечек, новая серия. Все на инстаграмчик Мазай Дэйри подписываемся. И, короче, что сегодня происходит? Сейчас, пока не сильно занят, выжидаю времени, должен поехать к одному человечку, который занимается прошивкой чипованных дизелей, точнее, дизельных BMW, занимаясь прошивками в Минске. Вот, нас свели добрые люди, и, собственно, к этому доброму человеку сейчас я еду так в гости на кофеечек к Сашке Смольному. Короче, посмотрим, что там происходит. Сильно показывать вам не буду, просто буду пить кофе, но и не отвлекать человека сильно от работы своей камерой. Погнали! У Сашки, как всегда, одни BMW. Но Сашки сегодня здесь нету, точнее, он отъехал по делам, потому что, если вы даже видите компакт, это значит, что? Что он уже стоит без мотора. Кто не видел видео про этот компакт, он у нас как бы в профиле есть на канале. А Саня сейчас на X-е катается, если что. Ну, а так вот, тут такая даже дрифтовочка с 36 купе. Симпатично. На десулечках туда-сюда, там уже все сделано было по переварочке, по всему, ковш. Вижу интересную коробку, но не вижу ручника. Ну, да ладно. Может, потом доставят, или я что-то не понимаю. Короче, как-то так. И Мерседес, да, Мерседес, даже Саша в сторис говорил, что типа, как ты здесь оказался. Вот так вот, пойду к пацанам зайду пока. Я им там кофейку привез. Все, попил с ребятами кофейку и как раз набрал Дима, говорит, можешь подъезжать. Поэтому сейчас выдвигаюсь на Георгиевскую улицу, колодище, там тот район. Нормально. Кто-то рассыпал песочка. Горяченького, кстати. У-ху-ху. А если кто-то ехал за ним, это был бы трэш. Пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам. Какая калиброчка. Ого. Короче, приехал в гаражный кооператив. Надо мне прямо там, направо, налево, туда-сюда. Все, сейчас, короче, приеду. Так, что-то у нас с разъемчиком, короче, непонятно. Что Коля пытался подключиться, что сейчас Дима не подключается. Беда. Датчик давления наддува, стоковый. Угу. Прошивки. Какой стоит там, я не знаю. Угу. Rail сенсор. Стоковый, насос стоит CP1. По факту запрос по топливной системе. Видишь? Угу. 1700 бар хочет. Стоковый датчик видит 1500 только. Угу. Хорошо, что лимитеры не сняты, они на стоке. И машина это не делает просто. А. Она делает если бы, по если, лимитам. Если были сняты, да. Оно бы выдало охренеть сколько топлива, да? Буст. 2260 может качать в этот мотор 1.8 на пике. Угу. Хотят 1.5, 1.55. Угу. Но этот лимитер снят, а защитный лимитер не снят, он стоковый. Угу. Машина, значит, не будет запрашивать 1.5. Она, получается, смешное, 1.25 запрашивает. Да. Самое смешное, что датчик наддува, по факту, если посчитать, он видит 1480 чистыми. Угу. То есть, если бы даже лимитры сняли, запрос был бы, турбина бы просто в овербусте висела бы всегда. Угу. Геометрия тоже стоковая, не тронута. Время открытия форсунок накручено. Но по впрыску 70 кубиков хотят лить, но лимитры не сняты все до конца, поэтому 70 кубиков машина не льет. Mm-hmm. Ну, в общем, прошивка откровенная дичь. Человек, который это делал, он не понимал, что он делает. Ну, как и у нас многие. Да. Тебе надо датчик давления наддува и переделать программу. Mm-hmm. Его, чтобы поставить? Тут должно быть 142. Так, получен первый квест. Нужно найти датчик на впускной коллектор от D2 мотора. То есть, в частности, мы прописываем на бампере E46 2 литра M47N. И покупаем от него, получается, впускной коллектор, который стоит 19 рублей, если вы нас смотрите из России. Или, ну, короче, в долларах это меньше, чем 10 баксов. Все, еду прямо туда. Причем нашли с датчиком за 19 рублей на F-авто, это в 4 минутах езды отсюда. Поэтому я уже выдвигаюсь туда и забираю датчик. Да.
Коллектор куплен, а значит что? Едем обратно к Диме, сейчас будем, надеюсь, сейчас поставим мы сразу же датчик и начнем шиться. Все, я уже тот датчик снял с нового коллектора. Сейчас надо подлезть к себе. О, зараза, наверное, надо будет крышки снимать декоративные. Так, впадло, вот это вот все. Ну ладно, короче, надо снять свой датчик. Пробую подлезть пока так, но вряд ли у меня получится. А не, залез рукой и сразу его нащупал. Так что все вроде как окей. Сейчас только надо стопор снять. Стопор вон, он там. Сюда. Чего, даже не уронил ни хрена. А, сейчас могу еще болт уронить, почему бы и нет. Ну, иди. Жух. Давай. Блять, что-то он... Ого, какой длинный. Целый вот такой. Все. Фишку. Тоже с разборки. Нормально. Так, вот наш старый. Вот наш новый. У него здесь два уса и сверху два уса. Два уса нижних мы отпиливаем, чтобы у нас оделась фишечка. Идем ставить. Короче, катнули, надува ни хера нету, тут примерно бар вместо 1.8, также плохая подкачка идет по топливу, то есть может быть клапан, точнее, может быть насос магистральный, может подающий, вон подающий же у нас какой-то стоит мертвый, хрен его знает, ладно, не суть. И сейчас попробуем подкинуть клапан N75, может что-то изменится. Короче, замена клапана не помогла, поэтому сейчас поставил обратно свой старый датчик, новый положу в бардачок, чтобы не забыть, где он лежит. И все, и надо исправить косяки, потом переехать еще раз. Подкачку сделать. Сделать подкачку. Подкачка, чтобы была больше 3 бар под нагрузкой в ходу. Ага. И разобраться сейчас с надувом. И надув починить. Надува нет совсем. Нет, что-то, по-моему, расходомер надо помыть. Расходомер помыть. Да, он завышает воздушную массу. Ага. Все. Итог таков, что мы выезжаем на старой прошивке, ну пока. Ну просто на ней она работала и работает. Просто в отсечку как бы долбилась и долбилась, все нормально. На новой прошивке, видите, есть вопросы. Дима сказал, что он не хочет обманывать типа машину и тем самым закрывать вопросы по неправильно работающему железу. Ну, что и есть верно. То есть в старой прошивке, в принципе, так и получилось. Там поставили, ну, там типа обманочки, там типа не, что-то там не дошили, перешили. Ну, короче, условно я вам говорю. И как бы все вроде с большего работало, но так. А Дима с другим подходом, он хочет, чтобы все работало идеально, поэтому сказал мне разобраться с давлением в топливе. Короче, проверить, что там накатывать будет у нас после двух насосов магистрального и подкачивающего. А также посмотреть, что у нас с надувом турбины, потому что что-то не так с надувом турбины. Да, я стою задом, поэтому я так вот еду странно. А вот, и посмотреть еще, ну, как минимум прочистить расходомер. Вот, это нам 3 пункта, которые нужно сделать обязательно. И потом, короче, после этого всего посмотреть, что у нас будет. Есть какие-то нюансы, и приезжать снова к Димке на перепроверочку всего. По вопросу, почему я решил поставить старую прошивку, а не новую. Ну, типа, как бы, ну, под новую надо еще немножко корректировать наше железо. На старой прошивке она сейчас, типа, вот спокойно до отсеки крутится, и все окей. Верните направо. Короче, типа, на новой до 1004 доходе начинается вот так вот, ну, типа, колбасится. Поэтому, ну, мало ли что, я решил пока на старой остаться, потому что, типа, ну, я на ней езжу уже год, как бы, все вроде нормально. А потом уже, когда все сделаем... километр. Заткнись, блядь. А потом, когда уже все нормально сделаем, зальем, ну, будем шиться по новой узинке.